все, закончился наш вечер. Не пожалели мы, что заехали в The Wind Wheel, ресторан. Потрясающее просто место. И я думаю, что он станет одним из наших любимых. Совсем близко от нашего дома. Ну как, совсем. Нам до дороги основной ехать 15 километров. А от 15 километров еще километра 2. Так что это очень близко. Вот. Близкий ресторан. И очень красивый, вкусный. И... Ну, вообще очень душевный, романтичный. Сюда масса приезжает тайцев. Даже вот, допустим, сегодня Лой Кротон, это же, ну, обычная столовка. Здесь нету такого, сегодня нету запланированного массового мероприятия. То есть люди заранее столики не бронировали. Они просто пришли, как обычно, туда покушать. И владельцы этого ресторана устроили такой фейерверк, что, ну, я не знаю, позавидует любая вечеринка супер-пупер там платная. То есть мы сидели, наблюдали за столиком, потрясающий просто салют, который над нами тоже взрывался, не знаю, на минут, наверное, 10 точно. Очень красиво, очень, вообще молодцы, очень понравилось. Очень здорово, здесь воды много, такие всякие романтичные мостики между такими каналами, и на островках стоят столики, очень красиво. Да, и живая музыка, кстати, да. Тайская современная поп-музыка, душевная, про любовь, бесконечно поет про любовь. Вот. Даже я, не знаю текста, не понимаю, понимаю, что это песни молодого человека, страдающего от любви к юной деве, которая, возможно, не отвечает взаимностью. Ну, как-то так, в общем. Настроение очень романтичное. Да, все.